Всем привет! Сегодня у нас распаковка альбома от Stray Kids Rockstar Limited Star Version. Лимитка. Очень ждала эту версию. Из Rockstar я ее заказывала первой по предзаказу еще в начале октября. К слову, последним я заказывала, например, Postcard Version Феликса и платформенную версию этого альбома, но платформенная версия пришла первой, версия Феликса пришла второй, и только сейчас пришла наконец-то лимитка. Только из Нидерландов до России она шла аж 45 дней. В подарок от продавца идут две карточки с Ханом и с Банчаном, два твердых чехла, две обложки с голографическими звездочками. Также подарок от Аладдин. Мне выпала карточка с Чанмиром. Сам альбом кажется достаточно тонким. Давайте скорее распаковывать и смотреть, что внутри. Уже не терпится узнать, что же там. Сам диск. Здесь он в удобном конверте. Складной постер, он шел только по предзаказу. Здесь Stray Kids в трех образах. Мини-постер в лимитке только идет, мне выпал Чонин. И вот такая вот фотопленка тоже только в лимитной версии. Выглядит как негатив для полароидов. Панорамный мини-постер. Стикеры. Четыре полароида, они шли только по предзаказу. Было два варианта сетов. Тут у нас Банчан. На обратной стороне написано Rock Stars Never Die. Рок звезды никогда не умирают. Минхо. На обратной стороне написано I love rock'n'roll. Я люблю рок-н-ролл. Чанбин. Don't love the rock star. Не влюбляйся в рок звезду. И Хёнджин. It's never too late to be a rock star. Никогда не поздно стать рок-звездой. И две карточки. Одна юнитка. Мне выпал Банчан и Чанбин. И вторая двухсторонняя карточка. Мне выпал Сэнмин. Давайте теперь смотреть фотобук. В этом фотобуке объединены три фотосессии. Первая фотосессия, где у них белые светлые образы. И все в таком тоже слегка футуристическом стиле. Какая-то одна из вселенных Stray Kids. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance.
make some progress. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. И третья фотосессия. Здесь страницы становятся немного другими на ощупь. Они уже матовые. Если вначале они были глянцевые, то конкретно этот фотосет сделан матовым. Достаточно провокационный фотосет, где-то в ванной комнате, где они тянут в рот все подряд. Последние два фотосета из этих трех, наверное, мне нравятся больше всего, самые интересные и необычные. В конце идет список песен и лирика к ним, затем благодарности и авторы. Спасибо, что смотрели распаковку вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. До новых встреч!